Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Представьтесь, пожалуйста. Нас зовут Михроб и Навджавон. Мы поступили в Институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде в Душанбе. Там мы познакомились. А на каком факультете вы учитесь? Мы учимся на музыкально-педагогическом факультете по специальности учитель музыки и пения. Вы знаете, вначале я хотелось бы сказать, что вначале прозвучал народный такой мелодия «Фалак», который недавно, буквально на днях, включен на мировую нематериальную ценность искусства со стороны ЮНЕСКО. И я очень поздравляю, что ты начал с этого, Михроб, и ты Навджавон. Это очень хорошая такая весть для всего мирового искусства, культуры. Очень хорошо было, что вы нас опять-таки перенесли в этот горный наш край, где 93% это, на моей родине это горы, горы, горы. Спасибо вам, ребята, это очень было хорошо. Спасибо. Прям хорошая коллаба получилась, прям мне понравилось. Прям вы зарядили хорошее настроение, позитивом, энергиями и вот с этими инструментами вообще круто получилось. Вы прям перенесли нас в жаркую, теплую страну. Вначале, когда вышли два парня, я удивилась. Думаю, ну, наверное, просто инструментальное какое-нибудь будет выступление. Но вы показали такое шоу. Такое было ощущение, что у вас целый оркестр. У вас еще танцовщица была? Я. Потому что я танцевала с большим удовольствием. Спасибо, спасибо. Михроб Навджавон, я хочу вас поблагодарить за то, что делают очень малое количество музыкантов во всем мире, когда они обращаются к душе народа, к его национальной музыке, но дают ей новое современное звучание для того, чтобы и молодежь, и дальше, чтобы не стояло это на месте, развивалось, а не осталось где-то там в прошлом. Вот за это вам отдельное огромное спасибо. 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 Пожалуйста, голосуем, товарищи Ирблат. Я скажу, конечно, да.
Спасибо. Ситора. Я говорю да. Спасибо. Я говорю вам да. Спасибо. Отечество моих трудов, моей любви приют, где вдохновение и любовь в груди моей поют. Молодцы, ребята, я вам тоже говорю да. Спасибо. У вас 4 да, и вы проходите следующий тур. Да. Молодцы. Сегодня мне Таджикистан прям вообще залетает. Очень много талантов. Yes! Мы вас поздравляем, друзья. Поздравляем, поздравляем. Спасибо. Было очень красиво, круто, трогательно, да, очень.